Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, канал Лёша Играет, и это продолжение моего ФФА сериала «За ацтеков» на восьмерых на карте Фрактал. Если вы смотрите не с первой серии, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо в описании к видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Блин. Всё фигня, честно говоря. Жалко мне того... У грека убили. Неудачник-то, господи. Да, два шпиона подряд убил. Каждый ход по шпиону. Единственный шанс вообще хоть как догнать и нет. Там у него сидит шаман, шаман. Слушай, Конго, ты первый по науке. Чё ты... Ты что, вход у нас тут больше... Ничего не значит, у тебя-то науки... Там кликнули в современные танки, пока я открываю техи дешевые. Это тоже ничего не значит. Блин, я даже в океане до сих пор плавать не могу. Ну тут, слушай, ну что-то у них хреново с технологическим деревом. Ну как вот могут быть вертолеты и танки, например, без химии? Как у меня могут быть каперы уже, которые не умеют в море плавать? Что это за хрень? В океане я имею в виду. В Мадриде-то, оказывается, когда несчастья нет, целых 18 производства. Это уже со всеми вообще возможными оборотными клетками с молотками. Ой, блин, забыл обстрелять. Слово, вот ниже Мадрид, Валенсия, которая в два раза меньше и в 4 раза больше производства имеет. На 7 жителях. Ну так тут вон я вижу. Да там одни холмы. Да. Росла на рыбе, видимо, на китах. Блин, с какого момента он стоимость тех поднял? Только вот последних, самых последних? Или... Не знаю. Потому что долго все открывается, может он где-нибудь прям всех технологий поднял стоимость? Там, например, информационные... Я думаю, он поднял те, которые на улет, по идее, я так понимаю. Ну, то есть последние три. Они просто стоят, да, немерено вообще. В 3 раза больше. Ну ладно, в 2,5. Да, чуть тут ядерку еще действительно долго будет открывать. Так о том речь. А с другой стороны, по-другому... Ну, ты и не улетишь, то есть не выиграешь, и... Потому что полететь надо 3 таких открыть. И как бы не продавишь особо.
если, конечно, вровень по науке идешь с кем-то. О, ее же можно убить, кстати. Кого? Да, вот то, что мне только что войну объявило. Торонто? Ну, почти. А, Окленд? Я думаю, там Перс будет возмущаться больше, чем я. Я могу уходить до завтра возмущаться. А где вообще этот Окленд? А, тут. Мне на самом деле до бомбардировщиков нечем стены ему снимать. Всю кавалерию туда отправлять, что-то неохота. Все, нету Перикла. Так, что она делает? Район в этой клетке получает плюс одну ячейку для воздушных юнитов. Фигня полная. Эпохи атома и нового времени. А этот то же самое, да? 300 науки. А, эпохи информационные, да. Этот лучше. Ладно, мы тут статистами посидим. Начинаем разворачиваться и выносить пёш. Да, не был. Почему Лёшу-то? А, это Грек говорит? Ну да, тогда Лёшу. Так плохо тут слышно. Я вот реально жалею тогда, что я Бика оставил в покое и хотя бы города Рима не отбил у него. Ну, там реально выглядело, как будто ты Конго влетаешь. У вас у обоих был больше науки вход, чем у меня на момент нападения, даже не говоря уже о том, что... А дальше. Ты тогда, по-моему, с Греком воевал еще. То есть, я же еще я был с тобой в союзе. Да, я понял. Но я был с тобой в союзе, и мне казалось, что ты его сейчас продавишь. Вот. И если ты его продавливаешь, у меня получается Рим с одной стороны, а ты с другой стороны. Не было похоже на то, чтобы я Рим прям так мог быстро взять... И поэтому я решил хотя бы не дать тебе забрать Грека. Ну и потом... Получилось, в общем-то. Да, потом под шумок самому Грека забрать, например. Потому что он из нас четверых самый слабый оказался. Не, он на самом деле на средневековых юнитах я, наверное... Ну, это из-за патча, то есть я не особо рассчитал свои силы. Не надо было сказать. То есть генерал не давал мне возможности пробить... того, что хотя у него генералов не было, у него был защитник веры этот, и в защите, в корпусах он нормально держался, не знаю, мог там еще долго воевать. Если бы это в ваниле было, я бы, конечно, пробил очень быстро. А что тебе тут помешало? Отсутствие генералов или что? Нет, слабый бонус генерала и защитник веры, который его не то что компенсирует, полностью перекрывает. Так-то мы баним защитника веры. Ну, там защитник веры тоже слабее. Там же не плюс 10 он. Нет. Ну, он на плюс 5, да, но у меня плюс 3 всего лишь. То есть кавалерия должна пробивать рыцарей, которые с кавалерия, в общем, пробивает рыцарей. А его рыцари не пробивались в дефенсе. Еще урон не выше. Кто урон не выше? Там танки, наверное, нет. Не-не, я
Построил лабы. Нет у меня танков. У меня нету вообще армии, чё, господи. Просто американец очень добрый ко мне, он не забирает. Инвиктус изображает Лёшу. Мне тоже понравилось. Не слабо подорвать. Ты мстишь, ты мстишь. Я благодарен этому парнишке американцу, что он меня не забрал до сих пор. Дает мне домики построить. Сейчас ты домики достроишь? Да. То есть, вот в шестой циви, если ты не открыл теху плавания по океанам, то у тебя, я так понимаю, вообще любые юниты по океанам плавать не могут в принципе. Ну да, логично. Ну как это логично? Как это? Это разве зависит от техи, а не от кораблей? То есть... Ну, в механике игры это логично. А еще у меня бесполезный генерал, который дает плюс одно место на аэродроме. Иди сюда. Мы его обратим. Я вообще получил, наверное, трех великих людей, и все от них отказывались. Почему я их брал? Потому что если я их брать не буду, я вообще ничего не получу. О, вот этого я чувака хочу. Надо будет следующим ходом его купить. Это очень хороший инженер. Он только не забыть будет. Да. Я думал, что все будет быстрее, конечно. Надо было 190 ходов ставить, да, ограничение? Да мне кажется, мы его, не знаю, доиграем, не доиграем. Я не уверен, что мы доиграемся. Мне просто совсем до ночи сидеть не могу, себе сказать. С другой стороны, может, я доиграю сегодня? Ну и где он появился? Лимит жилья в Банзенконга 41. Ну, неплохо. Это видео вышло при поддержке глобальной космической браузерной стратегии consolewar.ru. Игра не требует вложения средств, и при достаточном умении и понимании механик игры, человек, который не вкладывает деньги, может достигнуть тех же успехов, что и донатер. Заходите на consolewar.ru, ссылка в описании, и не забудьте воспользоваться фразой «Лёша играет» для получения бонусов. Ваш танк атаковал военный лагерь врага. Урон 1, урон 6. А почему я получил урона 24 на самом деле? Это просто дезинформация. Шпионов проверь, которых ты держишь в клетке. Не, на самом деле, мне два раза показало урон первый, а потом... Ну, первый нормально было написано, а потом еще один урон, типа 1 и 6 вот это написало.
Инженер тут сидит. Так, в каких нам городах? Ну вот в Лавенте можно счастье добавить. Он, по-моему, несколько раз работает, этот инженер. Женева, надо смотреть те города, где больше всего населения, туда отправлять, потому что они первые будут несчастье страдать. Пять. Забрал бы ты персидские города, американец, может, еще бы даже успел что-то сделать. Зачем меня убивать? Я сижу спокойно, тихо играю, никого не трогаю. А вы такие варморгеры здесь. Убей сразу, расчленись, кожу содрать. Зачем ему мои города? Господи. Да просто ради населения. Так, я так понимаю, что у Горга армии нет, и сейчас Конга... Здесь ничего особенного, чудес нет. Ну его об 169, науки Перу родились 270-300. А как же недовольство? Какое недовольство, если он нас несет очень быстро, то ничего не будет. Ну и че деву на этого жаль, стыка. Не надо меня жарить. На палку его привяжи, знаешь, за руки. Я жесткий. На палочку его и на костер. И вертей так потихонечку. Ну, звучит, да. Звучит неплохо. Эрмитаж. Самое время. Ну, кстати, учитывая, насколько медленно идет, ну, последний этап игры. Думаешь, можно победить культурой? Нет, победить культуру нельзя. Но если мы есть куда великих людей посадить, почему нет? Культуры-то у всех все равно очень мало. Ему он пригодится. А, нет, один только. Ну, ладно. Жалко.
Перс, посмотри сделку. И Конго сделку посмотри. Это вход или просто единовременно? Единовременно. Точно? А, да, точно. А зачем тебе 30? Прям стесняюсь. Ой, а куда ты исчезла? Ты мне предложил сделку, но не ту, которую я хотел. Я тебе верну. Блин, тут, короче, какие-то опять пошли. И что я тебе предложил? Ты предложил мне 27 золота. Блин, я не вижу, короче, никакой сделки теперь. Ну, блин. Чтобы культурой победить, надо очень рано начинать туризмом озабачиваться. О, у меня сразу уран есть. Да так, ну брось. Конго, давай я сейчас предложу эту сделку. Что ж такое-то? Опять не та сумма. 30 же. 38 там было. Все, мы вернули все затраты, понесенные еще в древности. Да ладно. Угу. А вон у него современные танки. О, тоже. Появился знаменитый негр Сергей Ковалев. Тут Королев. Че у меня с языком? Сейчас там Алексей жарит стейк из фирузы. Что? Мой агент, его зовут Фирузы. Ты его захватил. Да, он сейчас в корчах. Каким ты там соусом поливаешь его? Просто кетчупом тупо. Кетчуп принц? Нет. Кетчуп. Поцли-моцли. Ну, вот такой. Как буклетина, да? На самом деле, по-моему, в этом году отстать уже вынес. Что в этом году? Ну, в 1872-м изменили цивилизацию. Я бы с радостью осуществил данный проект. По лору играем. Ну, случае, что испанцы вынесли в самом начале еще. 20 так выносить некому было. Да, надо было Арчи-то оставить. Ему там вариантов не было, кроме как туда идти. То есть уран вот около Афин.
Раз. Когда вы вдвоем пилили, по-другому думали? Второй где-то под районом, видимо. Кого вдвоем пилили? Меня вдвоем пилили. Нет, Арчи же сначала пилили первого. Нет, Арчи я... Нет, да. Я Арчи объявил войну просто потому, что он тут ходил, там мне что-то мешал. Но я ему ничего не делал. А, вот еще. Ну, это, правда, необработанный, кстати. Еще один ресурс урана на всякий случай. Какой же американец закинул в Окленд послов? Чё си? Да, с очередью, конечно. Демократия. Пока мы тут застряли в своих средневековых формах правления. Ну, сейчас не видно. Ага, у него уран только в тире. А, вот еще, к сожалению. The effect of the mass media. Так, во-первых, скидка на улучшение юнитов. И пока все. Грек, это у тебя восстание тут или какие-то варвары просто ходят?
Да, тут почему-то все равно. Наконец-то. Да ладно, спёр всё-таки. Прикол в том, что я так понимаю, что они прут даже то, что не открыто. Они прут то, что есть, где есть они... ускорение. Да, прут то, на что у тебя Потому что есть. Ядерный синтез я не открыл. Ну, я верю, у тебя есть. Теперь есть и у меня. Блин, лагает вообще безбожно эта очередь. Мне кажется, она не нужна в таком виде. Так, танки, по-моему, все. 3-4, да. Вообще, что-то армии. Такое ощущение, что... То есть вот это такое ощущение, что вся армия грека. То, что мы видим. Что-то решил армию кому-то пересунуть. Это правильный подход. Корга, сделка. Сделка века.
Вот так вот идеалы демократии были преданы. Быстро, да. Инвиктус, а что ты там за договор принял? Что я тебе там бросал? Песенки. Это было еще вчера? Может быть, все. Все может быть. Вот я там Горга дал хорошую сделку. Он сейчас занят войной. Будет возможность посмотреть Горга. Плакат. Мне археолог вырыл плакат. Теперь он в археологическом музее. Грека, ты походил? Нет еще. А у тебя что, рассинхрон был? Просто у меня уже таймер закончился. Только закончился. Untutored courage is useless in the face of educated bullets. Untutored courage is useless. Slowly, ideas lead to ideology, lead to policies that lead. Разграбить мастерскую, как вообще можно быть таким зверем? Все, фигня какая-то. Слушай, Грек, посмотри, а вот ниже Мегара я сейчас атаковал тебя танком. Этот танк с генералом или без? Вот тебе как показывает? Генерал мне показывает, что плохой вертолет.
Не, ну танк ты мой видишь справа от своего военного лагеря? Танк стоит, а генерал... Прикол, короче, глюк, а на самом деле к этому танку прикреплен генерал. Но генерал остался на месте, на той клетке, где он стоит. Однако, когда я его выбираю, выбирается все равно танк этот. Но генерал при этом вообще в другом месте стоит. Да это старый графический баг. Да, есть такой. Известный. Что за него такая хрень? Блин. Американец посадил в окна 15 послов, теперь ты захватываешь? Это не американец. Как? Американец? Американских послов в Окленде нету вообще. Война убили. Раньше были. Да? Слушайте, а как брать города с защитой 100 и больше? Грей, расскажи. Оружием, либо авиацией. А первое что? Ядерными ракетами. Ну, первое очевидное, второе менее очевидное. Это РСЗО. РСЗО очень тяжело привести. Можно, конечно, но ядерную ракету и авиацию ты 100% ударишь, и ничего тебе не будет. А РСЗО можно и убить. Кстати, у юнитов по 7 мув спида. Вот он убрал ядерные ракеты, но при этом еще и проект Манхэттен убрал. Мне кажется, зря. Чтобы, ну, чтобы было бы два проекта для ядерного оружия. Да не, оно и так открывается, не знаю, в конце игры. Кто еще? Не знаешь, какой глюк, Леш? У меня вот этот генерал, моделька на джипе, стоит на месте, на котором был значок вместе с там. Ну да, вот точно такой же. У меня глюк. То есть города грека не берутся, я так понимаю. Просто танками нет, конечно. Не, ну если ты 6 танками окружишь город и начнешь него палить, хода 3, то ты уводишь. О, генерал вернулся. Слушай, американец, зачем тебе Окленд? Видимо, чтобы нам не доставался.
Не, я не против, только если он его разрушит. Так, мне еще только еще одних границ тут не хватало впритык. Не, ну это не берется просто. Да. Американец ответит мне что-нибудь? Мне кажется, что он без микрофона. Ну, он нас слышит вообще. Слышит. Напиши ему в чатик. Не, ну он же в этом, в нашем канале. Да, ну это... Неужели аэропорт надо строить? Так, Лёша, у тебя не получилось взять аборигенов, ты пошел на... Да. Греков? Ну, их тоже не получится взять. Leave the atom alone. Leave the atom alone. Ага, аэропорт у нас просто не пос... не открыт. Так, я понял, что мне надо делать. Ну и где? О. Что мне хочешь полностью пронести? Что? Меня полностью пронести или тебе город принципиально?
Ну, ты мой соперник. Я, честно говоря, не особо понимаю, что мне делать. Города не берутся. Вообще-то. То есть... Ничего не возьмут когда-нибудь? Ну, не, ну, Теринф-то возьмется, но это я не думаю, что тебе что-то сделает это. Ну, мне будет обидно. Понимаю. Сжигай, все сжигай. Хорошо. Спасибо. Так американец, ты здесь или нет? Угу. Дим Сигар, если ты нам что-то говоришь, мы тебя не слышим. Понятно. Я тебе говорю, Окленд тебе зачем? Что ты с ним хочешь сделать? Это хороший город под моими границами. Поэтому... Не стоит его себе оставлять. Я виноват. В чем я виноват? Петя в чем-то виноват. Уже на другой половине карты. Кстати, у меня пропал чат. Как мне вернуть, интересно? Не знаю, как чат мог пропасть. Он был с левой стороны наверху, теперь нет его. Там кнопочка есть, панель чата называется. Вот слева от прогресса три черточки. Вот я нашел. Отлично, нашел. Спасибо большое. Да, не за что. Все новенькое. Слушай, американец, но я тебе не могу этот город дать. Либо разрушил его просто, если ты не хочешь, чтобы он кому-то бонус давал. Ну, либо просто уходи. Конец. В чат напиши хоть Ну иди попробуй уничтожить Конга. Дело не в боязни, дело в том, что игра затянется, и как бы отсюда можно вполне нападать. Ты еще нас догонишь. Вполне возможно, если там война продлится долго. Only the mob and the elite can be attracted by the momentum of totalitarianism itself. Так, ставим фашизм. Ты видел, сколько последний тех стоит? 7000 науки. Они ее 10-12 ходов будут точить, а их 3.
Я согласен. Леша, зачем ты его разрушил? Там же уран. У меня есть. Ну, по-моему, два достаточно. Что-что? Я не понимаю, что ты говоришь. У какого города у нас? Ну, сейчас все расскажу. Все. А вторая закон забрал. А, все, вижу, интересно. А, кстати, 10 ходов они техи будут учить, это с ускорением. Без ускорения, даже с 300 науки. Там, под двадцаточку. Ну-ка, только закончить, и все, сейчас как-то опять. Еще одно, я чувствую, Кир понесли. Ну и где тут еще какие развалины? Блин.
А, тут уже все разграблено. Окей. Разменялись флотом. Блин, я что, еще плавать не могу? Да. Что? I cannot imagine any condition which would cause a ship to founder. Modern shipbuilding has gone. I cannot imagine any condition which would cause a ship to... Слушай, у меня такое ощущение, что исследовательские гранты не генерируют очки науки у меня. У вас все нормально в этом плане? Не знаю. Тебе там делать нечего. Гранты делаешь.
различных цивилизаций одной эпохи. Античности, античности. Ага, тут еще не найдено все. Ладно. Что-то я не пойму. Вот это же ты мне практически ХП у вертолета Римом и Равенной снял, да, Грек? Почему мои города там что-то еле какого-то рыцаря царапают, а тут прям армию вертолетов? Не городом стрелял, ты стрелял лагерем. А-а-а. Урон поменьше. Ясно. Несмотря на то, что вроде как написано, что один. Тоже все разные, блин. Еще надо было рейд побережье брать. Не, у меня вот полное ощущение, что очередной баг с... у меня... Вот, Конго, откуда у тебя 344 науки вход? С лабораторией. Ну, я тебе так скажу, у меня гранты работают. Ну вот, ты помнишь, ты говорил, что у меня 300 науки вход, да? Ну, да. Вот у меня 317 науки вход сейчас, при том, что у меня гранты во многих городах несколько раз уже закончились. То есть, где увеличение? Интересно.
Фарсала, вообще дикий город, вот этот греческий. У меня он сколько ходов? 15, наверное, и он чуть ли не лучший из всех моих уже. Блин, вот это зря. Все-таки убили. Загляните на consolewar.ru, а на этом пока все. Продолжение, надеюсь, появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.